Зараз ми долучаємо в цій годині до ефіру Олександр Кохановський. З'являється в нашому марафоні. Це засновник кіберспортивної команди «Наві». Не знаю, чи правильно сказала, поправити. І так, президент так, що... Української професійної кіберспортивної асоціації. Друзі, ну Олександр у нас бізнесмен. Бізнесмен, який воює в Збройних силах України. Бізнесмен, який купив разом із партнерами готель «Дніпро» у столиці. Вочевидь, мав певні плани на цей готель, але пішов воювати. Ось така передісторія, щоб глядачі знали, хто ви і що ви, Олександре. Але у вас запитаю таке, чому ж ви все ж таки ухвалили рішення воювати? Ну, наверное, я, как и все, как и многие, наверное, встретил войну 24 февраля, да, у себя в Киеве, в квартире. После этого, наверное, да, как бы это был такой очень, наверное, это очень шокирующий, да, для меня опыт, как бы, когда ты слышишь не только взрывы, ты слышишь над, у себя над многоэтажкой истребителей, потом сирена, и ты понимаешь, что началась война. Для меня, наверное, было это моим долгом как гражданина, мне кажется, как бы я участвовал в двух революциях в 2004-2013 году, и здесь я видел, что я могу быть полезен, я могу помочь. Не только материально, но и физически. И поэтому я считал, что нужно было присоединиться к сопротивлению. Чи готувалися ви до цієї війни? Я зараз дуже у багатьох своїх знайомих запитую, ну, ти знав, що буде 24-го? Хтось говорить, що знав і готувався. Хтось насправді говорить, що не вірив до останнього, аж поки не подзвонили і не сказали, прокидайся, почалася війна. А у вас історія яка? Чи готувалися ви? Ні, ну, я, как бы, скажу так, якщо з точки зрения воєнної якоїсь, да, там, как бы, умений. Я тренировался, я как бы после 2014 года начал тренироваться. Тактика, стрельба, работа в команде, то есть какие-то базовые вещи абсолютно, которые, наверное, не очень, ну, скажем так, которые дают понимание, да, там, какое-то определенное, что собой представляет именно военные действия, да, какие-то как бы для пехот, наверное, да, это в первую очередь. А если так говорить, готовился ли я там морально, физически или экономически, конечно, нет. То есть я думал, что ничего не будет. А ви спершу, як в перші дні, ви одразу вирішили, що все, хочете служити? Чи ви спершу волонтерили, в теробороні були? Яка у вас історія? Перші дні я там вивіз своїх друзів, всіх, кого там мог допомогти, в Ужгород ми поїхали, да, в перший же день виїхали. Потім з моїм тренером по тайському боксу і ще одним моїм товаришем, він, який служив в Айдарі, Паша, ми вирішили зустрічатися в Львові і їхати обратно в Київ. Ну, по итогу у нас поехало не 3 человека, а 35-15 машин. Мы уже там 28-го, по-моему, числа уже были обратно в столице. Сначала были в Добробате при ССО, потом стал полицейским я на месяц. Вот. А сейчас, да, сейчас уже так как бы двигаемся ближе к фронтовой линии, к передку, и там уже, собственно, выполняем какие-то задачи вместе с ССО. А скажите, там до вас яке ставлення на війні? Знаєте, ну, ви все ж таки бізнесмен, людина не військова. От як до таких, як ви, ставляться там? Та я думаю, що, смотрите, головне, щоб ви, в першу чергу, були нормальним чоловіком. Це саме основне. А якщо ви нормальний чоловік і у вас є мозги, то, как бы, в принципе, вы можете принести определенную пользу. Не в зависимости от, поверьте, там очень, ну, часто не хватает какого-то альтернативного мнения или каких-то креативных решений. А эта война сейчас как раз, собственно, и подразумевает. Поэтому я считаю, что определенные там, как бы, скажем так, например, у меня там, как бы, хорошо со стратегическим планированием, у меня хорошо там, как бы, там, не только придумать какую-то идею, но и реализовать. Поэтому здесь это все очень ценится. Я думаю, что любой такой вклад будет вашим для победы. Війна з Росією у вашому уявленні була саме такою? От знаєте, після того, коли ви побачили ті звірства, які відбувалися в Бучі, в Ірпіні, в інших містах України, от ви думали, задумувались хоча б на мить щось, саме велика армія Росії буде воювати саме так? Які у вас всередині були відчуття, коли ви все побачили і коли ви побачили наслідки того, що коять окупанти на нашій землі? Ну, смотрите, я думаю, что я очень пристально следил за войной в 2014 году, да, когда все начиналось, собственно, и какие методы были тогда. И, ну, честно, сомнений, что это будет грязная война, у меня не было. Но что это будет настолько, я был не то что поражен, но это было такое, когда я это увидел, я приехал, собственно, туда, и это было опустошение. Ну, внутреннее опустошение абсолютно, то есть я не считаю этих людей за людей, это не люди.
Знаете, зараз сперечаються з приводу того, от хороших русских не бывает. У вас є знайомі серед тих, хто живе зараз на Росії? Чи спілкуєтеся ви з ними, чи припинили з ними спілкування? Да, я уже очень много. Мы же в киберспорте был вообще регион, скажем так, в киберспорте. Единственное, что типа разделяло, это пинг, да, собственно, это там типа задержка для того, чтобы играть в игры онлайн, да. То есть, собственно, ее там не существовало, и наш там регион, вот этот вот он играл весь вместе, конечно, все время. Было очень много друзей. В 2014 году потерял 90%, сейчас дотерял еще 9 оставшихся, осталось там буквально пару человек, все, кто, они все уехали с России. Да, то есть никто не остался в первые буквально же первые несколько недель. Ну, люди прекрасно все осознают, но как бы вопрос как бы их борьбы, они продолжат, скорее всего, там, да, развиваться в другой какой-то стране и бороться как бы в изгнании, я бы так это назвал. А что же с вашим бизнесом зараз? Вы кто с ним керує, чи ви дистанційно, знаєте, в день маєте змогу воювати, а ввечері займатися бізнесом? Чи як це відбувається у тих? Ну, у таких, как вы, у предпринимателей, у бизнесменов? Я думаю, как и у многих, у меня очень, ну, большая часть бизнеса стала. То есть некоторые проекты доживают свои, наверное, там недели или месяцы, после чего, собственно, то есть, как бы, например, сейчас у меня было вложено денег много в определенные стартапы, которые находятся в основном на территории Украины. И, например, эти стартапы не смогут привлекать деньги сейчас, да, то есть сейчас привлечение инвестиций очень тяжелая тема для Украины. Не только потому, что нельзя вести переговоры, выезжать и так далее, ну и как бы по дополнительным причинам, дополнительные риски для инвесторов. То есть это все как бы, собственно, пойдет, как бы, сойдет на нет. Если бизнесы, которые остались, что-то делегировал, что-то просто в каком-то очень пассивном режиме пытаюсь управлять. Ваш прогноз на війну. Знаєте, останній тиждень, з'явились такі песимістичні настрої в українців. Пішли повідомлення про те, що в телеграм-каналах, що знову можуть штурмувати столицю. Бачимо, що відбувається в Луганській області, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Ваші прогнози на війну, чи надовго це? Ну, я думаю, що, смотрите, це точно назначено до кінця року. То есть раньше, чем конец, у меня были там умеренно оптимистичные прогнозы, что это закончится летом, но сейчас могу сказать, что это до конца года, скорее всего, даже до начала следующей весны. Это мне кажется, будет именно то время, за которое мы сможем не только отбить те территории, которые у нас были до 24 февраля, а перейти в реальное как бы контрнаступление, с одной стороны. С другой стороны, мы сможем точно получить всю ту помощь, которая есть, и макроэкономическую, и военную. И я думаю, что как бы этот период однозначно как бы будет, ну, как по мне кажется, он будет достаточен для того, чтобы так или иначе закончить эту войну. Наши победы. Обов'язково переможемо. Дякуємо вам. Олександр Кохановський був з нами. Бізнесмен, який воює, за що ми йому дуже вдячні. І вся країна також. Побільше б таких, як ви, Олександре. Дякуємо вам. Приходьте до нас ще в ефір. Гарного дня. Дякую.